Охота на миллион началась. Кто же выиграет в мире шопинга? Самый быстрый, самый внимательный и тот, кто поохотится лучше всех, а значит, сделает наибольшее количество заказов. Ольга, быстрая как гепард, выкупила заказ и заработала первые баллы. Чувствую, охота будет жаркой. Первый победитель заберет 50 000 рублей уже в конце недели.